Ты боишься Бога? Нет, но тебя боюсь. Локализовано cginfo.tv. Ты так и будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять! Грести! Грести? Это в мои планы не входило. Хочешь, чтобы я один всю работу что сделал? Это? Нет, но надеюсь, грести будешь ты. Почему это? Ты предложил сюда приехать. Я предложил? Я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет. Пожалуй, гребля неплохо укрепляет тело. Тогда про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет, а я огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла. Приехали. Может сказать ему, когда мы вернемся? И что это изменит? Может, это его хоть немного успокоит? Ну, хоть в этом мы с тобой согласны. Эй! А меня тут встретят! Очень надеюсь. Не хотелось бы застрять в таком месте. Может, внутри кто есть? Простите, я Букер Дэвид. Вас обо мне, наверное, предупреждали. Удачи с этим, приятель. Есть тут кто? Эй! Черт! А, тот рисунок. Thank you.
кажется, я должен сесть в это милое креслице. И что тебе? Что за черт? Приготовься, Пилигрим. Ремни, да что происходит? Это не к добру. А? Нет, 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 твою мать! Вознесение! Вознесение на счет 5, 4, нет. 3, 2, 1. Нет! Вознесение! Вознесение! Так, спокойно. 5000 футов. 10 000 футов. 15 000 футов. Аллилуйя! Что? Семя пророка. Ну-ну. Любите пророка, ибо он любит грешника. Любите грешника, ибо он есть вы. И если не станет грешника, какой прок в искуплении? И если не станет грехов, что же тогда прощать? Простите, что это за место? Рай. Точнее сказать, истинный рай земной. Лучше держать такие вопросы при себе, не то меня сцапают.
И каждый год в этот знаменательный день мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести и погружаемся в крещальную купель. Внимание! Если бы пророк лишь поразил врагов наших у Вундетни и не отрекся от Содома, что под нами, то и тогда этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь отрекся от Содома, что под нами, но не принял 3 золотых дара основателей, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь принял 3 золотых дара основателей и не помолился о нашем избавлении, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь помолился о нашем избавлении и не привел нас в этот Эдем, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь при... Новое лицо? К нам пожаловал чужак из Содома под нами. Явился в Колумбию, чтобы очиститься перед лицом пророка нашего, основателя и Господа. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? Брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты смоешь с себя грехи, брат. Делать-то нечего. Эй! Крещу тебя именем пророка нашего, именем основателей наших и Господа нашего. Господи, позвольте ему Колумбии! Не знаю, братья и сестры. Мне кажется, он еще недостаточно чист. Кто там? Кто там? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид. Идиотский священник не понимает, что крестить и топить — совершенно разные вещи. Надо найти какой-то ориентир и понять, где я вообще. Пророк наполняет легкие водой, дабы они крепче любили воздух. Перешедший Делавер с огненным мечом и крыльями ангела. Храни меня, даруй мне силу. Родители, восставшие против невежества, во имя меча, скрижали и ключа. Есть лишь провидение. Да, кретины есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. Доброе утро. Здрасте. Прекрасный день для праздника. Победы у Вундетни, ангел Колумбия явилась отцу Комстоку и открыла ему будущее. И пророк повел народ прочь от Содома под нами. Все выше и выше поднимались они в город, где они создали идеальный союз. Появилось чудесное дитя, Агнец, ключ к будущему нашего города.
и посказал... Извиняюсь, что но придется обождать. ...дом под нами к праведности. Понятно. Ну, удачи там. Лотерея и ярмарка. Он силен с мечом, но слабоват с ключом и скрижалями. Ну, вы понимаете. И думай, что говоришь, не нарывайся. Ой, Джон, не надо только... Да, они сказали, что она там. Вам телеграмма, сэр. А? Тут вам телеграмма. Дэвид, ТЧК, Комсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Что за... Доброго дня, сэр. День добрый. Я тоже. Твердишь одно и то же. Кто мне поверит? Если я скажу, что некто поднимает жеребца одной рукой, кто мне поверит? Я, друзья мои, здесь, чтобы сказать вам. Это не фантазии. Нет-нет, дамы и господа. И все благодаря энергетикам, которые представляет вам сам мистер Иеремия Финк. Кто из вас уже испытал дивный дар энергетики? Глоток, и вы способны на все. Пророк наш просил. Юный сэр, юная леди, оцените силу нового энергетика. Если вы хотите что-то поднять или швырнуть, дикий мустанг, то что вам, уважаемый сэр, бес бросает вам вызов. Попробуйте его изгнать. Вот и бес номер один. Бес номер два! О, да вы везунчик! Вот и третий! У нас победитель! Держите нет, его! Нет, нет. Если вам нужно что-то поднять или швырнуть, вам поможет дикий мустанг! Вообще езду по аэротрассе придумали по... Аэротрассы Колумбии. Дураки, конечно. Даже инструментов у них не было. Глаз народа совсем распоясался. Только наш славный город может похвастаться столь дивными чудесами прогресса. Ты видела что-нибудь подобное? Такой грустный. Грустный? О чем можно грустить, когда ты такой силач? Дружище, у вас когда-нибудь съедал деньги автомат? Случалось ли, что телефон не соединял вас с любимой супругой?
Пришла пора людям вернуть власть над машинами. С гипнотизером вы хозяин. Все механизмы будут в вашей власти. Дай мне такую. Они все мигом сделают. Нажмите, чтобы превратить машины в союзников. Что это было? Извиняюсь, вся лотерея уже распродана. Проход открыт только для привилегированных граждан. Похоже, он не про меня. Вы же Баффард, член ассамблеи. И как я вас сразу не признал? Орел или решка? Эй, дайте пройти. Орел или решка? Орел. Ну вот. Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос, в другой раз повезет. Может быть. Делу такие раздали. С ними мы мигом вышибем всех бунтовщиков с аэротрасс. У вас в отряде есть места? Я бы какому-нибудь народнику череп-то раскроил бы. Мадам Лютес, я прочла все ваши книги. Моя мать говорит, что подобное занятие не пристало леди. Но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнет скучает, я бы с радостью навестила ее. Ведь у нас много общего. С наилучшими пожеланиями. Что за... Итак, лотерея 1912 официально началась! Эй, мистер! Мистер! Извиняюсь, платить нечем. Глупый. Участие в лотерее бесплатно. Ты что, с луны свалился? 77. 77? Это счастливый номер. Буду за тебя болеть. Неси сюда чашу. Это ли не самая красивая белая девушка во всей Колумбии? Итак, побеждает номер 77. Ну надо же. Номер 77 может забрать приз! Бросок! Ура!
Прошу вас, не надо! Это я виноват! Пожалуйста! Не говори! Ну что же вы делаете? Ну так что, бросишь? Или ты теперь тоже любишь черный кофеек? Это я вам нужен! О, какой застенчивый юноша нам попался! Надо что-то сейчас ты не получишь, сын. Стоп! Это он! Так, откуда у тебя этот знак? Ты что, не знаешь, что это печать ложного пастыря? Да нам тут никакие лжепастыри не нужны! А ну вперед, парни, навались! Держи его! Держи его! Уже посмотрим, какой ты! Отцепляй! Огонь из... Я знал, что они здесь! Я же говорил, Комсток, пообещаем рай. Эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего, я знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. Покажи, на что способен! Сейчас будет заварушка! Плохо кончится для тебя. Очень плохо. Только что был тут! Зовите пожарника! Это пожарник! О! Становится все жарче. Что происходит? Сейчас начнется. Энергетик? Целуй дьявола. А, один раз живем. Нажмите, чтобы бросить зажигательную гранату.
Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Ух, это не пробник. Зачем вы идете за мной? А вот зачем ты за нами ходишь? Я... Аперитив? Пригодится. Может спасти. Тебе шкуру.
так странно. Странно, что сработало? Странно, что он не умер. Магнитное поле вокруг тела может быть довольно полезным. Если не убьет. Именно. Льется кровь. И это в среду день, когда мы празднуем Сецессию.